один из самых известных фольклорных ансамблей Украины – «Гуцуля». В Одессу на фестиваль они приехали почти всем составом, более 70 человек. На презентации международного фестиваля гости из Ивано-Франковска выступают первыми и обещают настоящее шоу. Сегодня мы приехали с чудовою программой «Свято у Карпатах». И фольклорные номеры, это наш опришки, героичный номер, весілля обрядовое и святково-гуцульська вітальня. В этом году встречи друзей проходят с особым размахом. Концерты проходят на сценах филармонии, театра мускомедии, русского театра. В этом году в Одессу съехались творческие коллективы из разных стран мира. Украины, Белоруссии, России, Армении, Азербайджана и других. Всего порядка 700 человек. Самое интересное, что в рамках фестиваля определять победителей не будут. Само участие является большой наградой для тех, кого мы приглашаем в этот фестиваль. Вот это единство духовности, единство понимания культур, религий. Вот к этому направлен этот праздник. Встреча друзей, которые проводятся под патронатом Международного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ, стартовал еще в день рождения города 2 сентября. В его рамках проводится также театральный фестиваль «Встречи в Одессе», а завершится праздник 14 числа. Валерия Наумова, Олег Шпак, Новая Одесса.